мы пытаемся играть по заданию, выполнять тренерскую установку, и когда мы выходим концентрированным, на 100% работаем, играем на команду, то результат приходит. Да, там сегодня повезло, мы вначале забили быстрые голы, но это концентрация, мы старались побольше бросать, играть в тело и увязывать свою игру, играть больше в их не знали, поэтому я думаю, нам где-то повезло. С Кольчуком вы играли, по-моему, первый раз вместе с Юнец Олимпиадой, если не ошибаюсь, ну, по крайней мере, с первых минут. Как игралось в этом сочетании? Не, ну, всегда приятно играть с большими мастерами. Это как, я думаю, никто не будет отказываться от этого. Но, тем не менее, нужно работать. И нужно играть со всеми, потому что ну, в хоккее это командная игра. И сегодня мы играли с Ильей, там, не знаю, как будет завтра, послезавтра. Сборная команды России, все будет выходить и побеждать, без разницы, с кем ты хочешь. Александр, приятно большим мастерам с большими мастерами играть, да? Это приятно вообще побеждать. Да, давай.